Всем привет, с вами Клер. Сегодня мы поиграем в одну прикольную игрушку. Подожди. Он медведь за столом сидит, ага. Вот, одна прикольная игрушка. В нее можно играть по сети от 1 до 4 человек. Вот, здесь надо играть, нужно играть с животными, вот, разными. Например, есть кто у нас? Ты кто? Бор, ты. Собачка. Ворона. Тесс. И Дейси. Ежик. Ага, потом Лола. Кот. Зайчик с двумя зубами. Джекс. И корова. Виллерд. Вот. Вот такие персонажи. Так, дальше что у нас есть? Мы берем, например, зайчика, попрыгайчика. Потом, что берем? Вот это какая-то какашка. Котика, собачку и ежика. Они, да, ежика, во. Нет, коровку. А чё? Почему три? Один, два, три. А четвертый. Ребята, а как нам четвертого взять? А, во! А чё две собачки? Нет, давай, четвертый у нас будет коровка, вот. Мо. И вот так, начинаем. Тут у нас открывается как бы карта, да? Здесь мы можем выбрать... что это? А, стол. Получается. Здесь я не знаю, что. Вот плита есть. Холодильник. А выше как нам попасть? Кто знает? А давайте-ка попробуем вот здесь. А чё мы на плиту попали? Ну ладно. Попробуем на плите. Жарить коки. Вот, мы играем кем? А мы кто? Подожди. Подожди, я ещё не понял. Я какой? Я же заяц, да? А чё сожгли-то сразу? Вот, заяц. Нет. Я не заяц. Сейчас я соображу, ребят. Я чё, корова? Да, я корова. А почему я корова? Я чё, почему четвёртый-то? А, быстрей! Блин, чё-то не сгорела коровка наша. Вот, и что тут у нас получается? Чё? Где плита? Почему я не вижу плиту-то? Я не понял. Сейчас. Я плиту не вижу. Там вообще что-то происходит. Я понять не могу, потому что я не вижу. Почему? Где сто? Где? Почему? Я не вижу, ребята. Сейчас, если честно, я пока не понял. В чем ситуация? Ну, я не вижу ничего, почему плиту. Такого быть не должно. Может, я никуда не туда нажал? Сейчас я разберусь. Нет? Где моя пас-лес? Так. Нет, не туда. Подождите, я куда-то не туда нажал, походу, нет? Во! Вот это был косяк. Со стороны чей-то. Кто мне может подсказать? А, вон там, жизни, да? Вот у этих-то, животных. Вот. У меня и у кота осталось по 3 жизни. Но так как я не вижу ни хрена, почему-то... разработчики, люди добрые, подскажите, почему я не вижу? Вот сейчас вообще нечестно. Я даже не знаю, где у меня... Где ты? Вон она, корова, кто-то... Кто-то пробежал, сейчас видели, да? Почему я не вижу? Не, ну это, конечно, недоработка какая-то. Или я дебил. Давайте-ка рестарт сделаем, посмотрим. Вот. Просто мне интересно, почему... Почему... куда ты делся-то? Свинья, ты куда упал опять?
Что за дела-то? Вот так вот вам. Ага. Ага, сыти, да? Вот. И одного отправили мы. А, так. Подержимся, держимся. Ребята, держимся. Кто мой сын? Свинка Пеппа моя. Почему три жизни? Ого, у них сколько жизков. А мы... Во, у меня есть идея. Пока на нас не атакуют, мы постоим в сторонке. Пусть они сами друг друга уничтожают. Куда ты прёшь-то? Ага. Во. Вот, я хитрый. Вот в эту игру можно играть с друзьями. Ух ты, я убежал вовремя. Так тебе. Так. Ах ты! Кто? Почему два кота или нет? Нет, мне кажется. Мне кажется. Где моя свинка? Вон она. Ага, тут сгорел. Так, у одного чувака. Ага! Так вот. Ах ты, гадина! Да, держись! Вот, и теперь нам надо прожить. Не, ну сейчас хоть видно. Мы, надеюсь. А, сволочи, две жизни. Вон, у кота три жизни. Так, надо держаться со стороны. Мы здесь в уголке станем. Ага, давай. Мы будем подсирать. А, сволочь. Ах ты, сволочь какая. Так, прячемся. Стоим в углу. Пусть они мочат друг друга, вот. Ага. Кто там? Кто там? Да, подожди, мы в уголке стоим. А, не туда! Во-во-во-во! Пинай его! Да ты тварина какая! Вот так вот я... Ага! Там огонь! Мы не ходим туда! Так, у кого там одна жизнь? У зайца две жизни! Его надо как-то уничтожить! А-а-а! Сволочь! Ребята! Вот сейчас было нечестно! Моя свинка Пеппа почему-то просрала. Ну, вот так вот прикольно играть с друзьями. Кот, скотина какой, а. Давайте попробуем в другую, а. Тут есть три режима. Вот мы играли PS мод, потом Party мод есть. Party мод мы... А почему у нас четвертая была свинья? Давай-ка попробуем. Так. Чё? Ну, давай кот. А тут только одного можно выбрать? Вот, здесь мы можем только одного персонажа выбрать. Да. Давай попробуем одного. Так, ну на плите мы были. Пойдём-ка в холодильничек. Сходим. Вот. А тут как быть? Тут, я думаю, надо просто держаться. Нахрена ты вниз поехал? Мы же можем здесь стоять просто. Просто тупо стоять и победим. Нет? Ну, в принципе, да, наверное, я так думаю. Тут сколько, чё? Куда, гадина? Вот так вот. Ой. Да, мы будем здесь стоять. Здесь можно дольше прожить. Так. Ах ты! Ах ты, тварь, блин, упал! Не трогай меня! А, гад. Так, ребята. Я же не хотел туда падать. А почему-то упал. Видели, что-то они там мудрят. Опа! О, ты что заморозился-то? А где эта штучка? Я хотел ту штучку взять. Соки. Гу-гу. Чё гу-гу? Чё это не делает? Я первый, да? О, я здесь стою. И чё? А? Кто-то же, я победитель. Я занял точку, и они не могут ко мне прийти. Ох ты, тварь какая! Вот, здесь нельзя прислоняться к стенкам холодильника. О!
Сейчас нечестно было? А интересно, я какой уровень занял? Я буду наверху. Ух ты, какие-то эти. Что это? А! Что-то дает нам, ребят. Вот это интересно. Так, вот. Давай, собирай. О! Мани. А почему корова, я не понял? Я ж не корова был. Вот так вот. Я не пупочек, сосулькой? Пришибла сосулькой? Вообще нечестно. А почему корова-то? Я же был не коровой. Или коровой? Чё, вас столько много? Так, вот. Молодец, держись. О, заморозили. Кат, заморозили. А, сам заморозился. О, хоть успел отморозиться. Заморозил. Собака. О, я победил. Как жестко-то. Так, мы сейчас победили, да? Сейчас проверим, кто. Да, я первый. Круто, прикольная игрушка. Сейчас поиграем в третий. В пати мы играли, в эту штуку поиграем. Так, что тут у нас можно сделать? Так, мы с зайчиком, да, вот. Джек один. Только одного можно выбрать, да? Да, только первого можно. Давай. Так, и мы где не были? А вот тут вот что у нас? Тут ничего, да? Вот. Тут три режима у нас, значит, получается. Тут, вот этот и вот этот, да. Ну, как и говорят разработчики, три режима. А, наверное. А может, еще как-то может? Сейчас проверим. Этот режим. Вот, подписывайтесь на канал и скачивайте игру. Можно будет поиграть. А кто... Что? И? Я что должен делать? Док какой-то. А почему я один-то? Вот, я что-то сделал. И я один. Кот, ты делаешь-то? Он сам метался. Вообще, здесь должны быть персонажи. Почему-то у меня не получилось сделать персонажа. А, можно сделать контин. А, нет, контин-то заново. Олд, сейчас мы посмотрим, почему у нас получилось в одного. Так. Давай-ка выбираем. А других как? А, тут может быть вот это режиме в одного можно играть? Я, если честно, я не разбираюсь, ребята. Поэтому сейчас что будем делать? Бэк. Сейчас в пати, например, в пати. Да? Выбираем кролика. Да, рыбки. И пойдем на стол. Вот сюда. Да. Итак, надеюсь, я не один. Смотрим. Где пати? Вот там что-то есть, да? Чё? А, опа! Ребята, мочи их! А, прячься! А, гады! Ох ты! Мани, собираем! Да иди ты, писи! Сталкивай его на! Бежим! Ребята, как их столкнуть? Гад! Вот! А, сам слетел! Ладно.
Так, вот так вот. Куда? Вот так вот тебе. Вот так вот, так, давай. Вот так вот, молодец. Так, что, 3-1, надо, наверное, по цифрам пройтись. Подожди ты. А что, 1? Ну? Нет? А как вот это взять? Не так? А! Что-то я нажал? Прячемся? Ха-ха! Вот так вот, долби их, долби! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ах, вот твари какие! Вы чё, охренели, что ли? Вот эти лучи, мамочки! Ай! Я живу! Живи, зайка, живи! Ой-ой-ой-ой-ой! Зачем так жестко-то? Вот так вот! Ага, прячься, давай! Давай, долби его! Молодец! Так, ну мы, по-моему, сейчас будем на первом месте. Потому что я супер-кот! А нет, я же Клеер! Всем привет! С вами Клеер! И сегодня мы поиграем в игру! А какую не скажу... О, круто! Чё? Кто занял? Я занял? Я победил? Ну? А у нас 50 секунд осталось! Оба, какая тяра! Чё? Вот я какой! Вот, молодец! А как прячется, смотрите! Он прячется за этой штукой! А мы тоже не дураки! Чё гол-то? А, так! Я, по-моему, побеждаю! У меня такое ощущение, что я крутой! Колобок! А подожди, почему я корова... А я курица? Нет, так нечестно! Я не хотел бы курица! Чика! Ёпарасэте, Клеер Чикас! Чикас! Мачикас! Мачика их! Чикас! Пошли вы в жо! Беги! Беги, Чика, беги! Молодец! Так, а почему... Молодец! Давай, я победил! Вот это было жесткое! Видали, наша курица победила? О, даже умеем сальто делать. Ну, прикольная, ребята, игра, я скажу, особенно играть с друзьями. Начинаешь нервничать, дергать. А мод еще сейчас сыграем быстренько. Так, давайте. Нам с зайкой ничего, она везет. Давай-ка с зайкой. А что у нас там? Ну, пошли. А что, надо еще взять? Ага! Вон как! А сейчас? Вот! И сейчас мы где будем? Ну, пойдемте-ка. А если здесь? Нигде, вот. Это мы куда попали? Там я не был. Это мы где? А чё за пенсил? Ребята, там пенсил какие-то. Чё они дают, чё они делают? Они опасны, наверное. Пенсил, держись. Да вы чё, сволочи-то такие? Я где? Туда вот тоже улететь можно? Да вы чё, я только приземлился. О, там видали какие-то рожи. Да подождите вы. Не, ну они охреневшие вообще, если честно. Я даже еще только приземлился. Они уже мочат меня, прикиньте. Чё. Вот так вот. Так, держись. Дед, а где я? А, вот он. Меня уже скинули. Чё, издеваетесь, что ли? Да кого ты делаешь-то, тварь? Пошёл. Вот так вот вам. Всё. О, карандаш покатился, смотри. Хоба. Там сожр... А чё, и туда можно? Вот, тут еще надо научиться прыгать. Оказывается, прыгать можно, они умеют, как прыгают. Ну это мы еще научимся. Ну, значит, тут мы просрали. О, так прикольно. Стиральные машины какие-то.
Или это книги? А это книга, книга закрывается, и далее, да? Ёжик сволочь! Вот, ребята, такая интересная игра! Понравилось, обязательно скачиваем. Ссылка на игру будет в описании под видео. Она есть на PS4, Xbox и Nintendo Switch. Да, круто! Понравилось, подписывайся на канал. Вступай в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока! Так, вверх. Вот. Вау, прикольно, да? Здесь даже медведи есть. Всем пока! О, а что тут туториал? Ну-ка, сейчас туториал глянем. Ага! Вот, welcome to... это обучение, 0. А чё 0? А, это резкое ускорение, 0. Вот, раз. Так, попробуй свалить, да? А, скинуть, наверное. Во! Молодец! А это обучение. Мы почему обучение? А, вот где прыгать-то, ребята! Мы... О, а что-то было? Перепрыгнуть! Ля-л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 я. А что надо сделать? Скинуть его? Давай скинем. Я пока не понимаю. Ты улетел, сын? Давай пошел. Вот. Молодец. Дальше... Что? Литл? Икс. Ага, икс... Это... Вот, это показывает путь. То есть, 0 вот такой рывок, икс вот такой. А! Ты нахрена это сделал? Дальше. Вот, прыгать можно, ребята, прикольно. А почему нам квадрат не сказать? Даш, икс. И что нам надо делать-то? В общем, вот такая прикольная игра. Понравилось, подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте. С вами Клеер. Всем пока. А кого атаковать-то, если нету никого? Всем пока.